Приветствую всех на своем канале. Вы на канале Artsmoney, с вами Артур. И сегодня у меня пополнение. Пришли банкноты Армении. Всякие разные. Сейчас посмотрим. Как новые, есть такие старые. Так, ну по порядку. Приехал человек из Армении и привез мне вот таких 1000-драмовых в разном сохране. Вот. 1000 драм. Всего 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук 2015 года. Вот лицевая сторона. Портрет писателя Егише Чаренца. И также пейзаж. И на оборотной стороне старинное здание в Ереване. На улице Анра Петутян. Иконный экипаж Файтон. Вот такие банкноты. 1000 драм. Дальше. Две банкноты. 5000 драм. Тоже разный сохран. Вот это получше. 2012 года. Лицевая сторона. Портрет писателя Ованеса Туманяна и фрагмент архитектурного памятника. И на оборотной стороне Лорийский пейзаж. Лорийская область. Это область на севере Армении, граничащая с Грузией. Ну, тоже красивая банкнота. Но эти банкноты, это вторая серия банкнот Армении. Но вышла в свет третья серия. И вот эти банкноты будут заменены постепенно. Итак, вот они, новейшие армянские банкноты. Пахнут очень хорошо. Какой-то запах. Ой, это очень хороший запах, мне нравится. Так, первая банкнота. 1000 драм, 2018 год, Армения. Лицевая сторона. Портрет Паруйра Севака, армянского поэта и литературоведа, на фоне фрагментов его рукописи и изображения колоколов. Вот здесь колокола. Материал банкноты – полимерный субстрат, но не полностью, она пластиковая. С улучшенными свойствами, защитными свойствами. Так, оборотная сторона. Памятник Паруйру Севаку, поэту в Ереване на фоне его дома и панорамы его родного села – Зангакатун. Вот такие защитные элементы присутствуют. Так, следующая банкнота. 2000 драм. 2018 год. Портрет Тиграна Петросяна. Это чемпион мира по шахматам на фоне фрагментов выигрышных партий 9-го чемпиона мира по шахматам и сцена коронования шахматного короля. Такая корона здесь. Здесь элемент перо.
Очень интересные банкноты. Так, оборотная сторона. Памятник шахматисту, чемпиону мира по шахматам Тиграну Петросяну в Ереване на фоне дома шахмат и панорамы города Еревана. Так, и третья банкнота, 5000 драм, 2018 год, лицевая сторона, портрет Уильяма Сараяна, американского писателя армянского происхождения, на фоне фрагментов из его рассказа «Гранатовая роща» и иллюстрации книг. Здесь элемент гранат. Так, и оборотная сторона. Памятник Уильяму Сараяну в Ереване на фоне панорамы города Багеш начала 20 века, родины его предков. Вот такие три замечательные банкноты. Скажу честно, когда смотришь на изображение банкнот на сайте или там, они кажутся такие не очень, но когда их рассматриваешь вблизи, они довольно-таки очень красивые, какие-то даже объемные, можно сказать, присутствует какой-то 3D-элемент, вот волосы как будто настоящие. Очень красивая серия. Да, ну и предыдущая была тоже неплохая, как бы. Но это еще лучше, тем более здесь материал композитный. Лобковый сустрат и полимер. Они будут более износостойкими и прослужат дольше. Вот такие три замечательные банкноты. Ну, большие номиналы я не стал брать, потому что, ну, вот я вам скажу по курсу, если взять 1000 драм, это российскими рублями примерно 150 рублей. Вот это 150, это 300 получается, это 750. Вот, ну, пока не хочу большие номиналы брать. Также, друзья, мне принесли вот такой вот, это пакет Центрального банка Республики Армении. Фирменный пакет с логотипом банка. И тут вот такая накладная и вот такие две сувениры, точнее юбилейные банкноты 500 драм Ноев ковчег. У меня была такая банкнота, но подарок мне еще привезли две вместе с банкнотами. Вот. Вот. В банке, Центральном банке Армении в городе Ереване они продаются, серии подряд идут. Вот. 125-110, а здесь 125-109. Серии подряд. Вот такие еще у меня обновочки. Так, и еще одна обнова у меня, тоже новая банкнота 2018 года. Это Филиппины.
Филиппины 100 песо, 2018 год. Портрет президента Мануэля Рохаса, первого президента независимой Третьей Республики Филиппин. Также здание Центрального банка Филиппин с 1949 года в Маниле. Торжественное открытие Третьей Республики 4 июля 1946 года. Герб Филиппин и логотип банка. Такая интересная тоже банкнота. Филиппины у меня были плохо представлены, но сейчас потихоньку буду пополнять. Недавно взял 50 песо из этой серии новой. Так, и оборотная сторона этой банкноты. Тут изображена контурная карта Филиппин. Китовая акула. Вулкан Майон около города Легаспи на острове Лусон. Такая банкнота филиппинская. Вот такие сегодня у меня обновы. Также, друзья, еще хочу показать пополнение у меня. Приезжают люди, друзья, все знают. И кто что там находит, приносит мне. Вот Югославия 50 тысяч динар. Год 1992. Сохран, сами видите. Также мне принесли две белорусские банкноты. 50 рублей, 100 рублей 2000 года. Ну, приносят люди, знают, знакомые, что я увлекаюсь. Кто что у себя находит, приносит. Ну, я не отказываюсь, я беру все. Так, потом знакомая приехала из Эмиратов и принесла мне вот такую вот эмиратовскую банкноту. Номинал 5 дирхам. Год тут 1000... Сейчас возьму увеличительное стекло. 1420, если перевести на наш календарь, это будет 1999 год. Вот такая банкнота. 5 дирхам у меня была. Ну, еще одна будет. И также принесли мне эмиратские монеты. Я монетами не сильно увлекаюсь. У меня есть коллекция, но я больше банкноты собираю. Вот такие вот монеты. Сейчас приблизить посмотрим. 25 филсов. Вот такой вот сайгак или что, я не знаю, как правильно. Дальше 50 филсов. Совсем новые. Здесь нефтяные вышки. Так. И три монетки по дирхаму. Один дирхам. Состояние. Сами видите, вот эти практически новые. Оборотная сторона. Такой кувшин арабский. Вот такие вот у меня обновы сегодня. Ну, на этом сегодняшний обзор подошел к концу. Такие вот у меня сегодня хорошее пополнение. Подписываемся на канал и следим за следующими моими выпусками. Надолго не прощаюсь. С вами был Артур. До новых встреч.